6 способов дополнительной монетизации книг помимо Амазона или на самом Амазоне. Если интересно, то оставайся и смотри это видео до конца. В этом видео хочу поговорить с тобой о способах дополнительной монетизации книг на Амазоне. Большинство новичков думают, что вот денежка зарабатывается непосредственно на самой книжке на Амазоне, которая продается, и как бы и все. Поэтому хочу немножко приоткрыть тайну, занавес, да, этот секретный, и рассказать еще о дополнительных способах монетизации книги, которые также будут приносить вам дополнительные приятные денежки помимо самого Амазона, помимо продажи самой непосредственно книги на Амазоне. Итак, первый способ дополнительной монетизации книг на Амазоне – это аффилиатный маркетинг. Что это такое, я уже рассказывал в одном из прошлых видео. Чем это прикольно? Через книгу можно рекламировать, предлагать качественные другие продукты, которые по теме подходят к теме твоей книги. Например, допустим, возьмем мы опять популярную тему, банальную, про похудение. Если ты написал книжку по похудению, ты расписал, книжка классная, качественная, все сделано супер. Дальше есть люди, которым, например, нужно все-таки как-то визуально посмотреть, может быть, что-то они лучше поймут, да, может, им надо что-то послушать. И что ты можешь предложить в таком случае? Ты можешь найти на партнерских порталах, где предлагают партнерские программы, найти партнерку от какого-нибудь продукта, онлайн-курса, онлайн-тренинга по похудению, качественного продукта. Дальше, в идеале ты сам его купишь, посмотришь и протестируешь. В худшем случае тебе нужно погуглить и поискать эрфарунги, отзывы о этом продукте и посмотреть вообще, качественно он или нет. Если нет, значит ищешь следующий. И так, пока, в общем, ты не найдешь классный продукт, который реально дает хорошие результаты, помогает людям улучшить их жизнь, ну и в нашем случае это там похудеть, да, почувствовать себя здоровым, сильным и красивым. И вот такой продукт тематически подходит для книжки по похудению. И что ты делаешь? Дальше ты просто пишешь в книге в нескольких местах, чтобы это тематически подходило, даешь ссылочку, свою аффилиатную ссылочку на продукт, который ты собираешься предлагать, и в тему, так в тексте вписываешь, в плане того, что вот если тебе нужен там пошаговый курс, который вот поможет визуально, шаг за шагом, там все в таком духе, то вот заходи по этой ссылочке, там вся дальнейшая информация. Если это что-то для тебя, то можешь купить. Сейчас умники, может быть, скажут, что Amazon запрещает аффилиатные ссылки. Да, Amazon запрещает аффилиатные ссылки, но опять-таки, смотря куда, смотря как они вставлены, есть много разных нюансов. Я не хочу вдаваться в подробности, но ссылки ставить можно. Банальный простой способ, например, если ты зарегистрируешь свой домен и сделаешь через Pretty Links Weiter Leitung на аффилиатную ссылку, то в книге ты пишешь адрес, ссылочку ставишь на продукт аффилиатную своего сайта, но человек, набирая эту ссылку, будет попадать на аффилиатный продукт. Такое можно делать, к примеру. Итак, следующий способ, дополнительный первый способ был, это аффилиатный маркетинг. Второй способ монетизации, дополнительной монетизации книг, это создание из этой книги аудиокниги. Аудиокнигу можно также продавать через Amazon. Аудиокнигу можно продавать там через свой сайт, через какие-то другие каналы, если у тебя ее нет на Амазоне. Прошу, пожалуйста, помнить, что все, что ты предлагаешь на Амазоне, это эксклюзив, который можно предлагать только на Амазоне, особенно если ты зарегистрирован в их Select-программе.
Если ты не зарегистрирован, ты можешь предлагать это на других сайтах, но у тебя тогда существуют другие ограничения в плане, например, ценообразования, потому что везде твои продукты должны иметь одинаковую ценность, как и на Амазоне, чтобы никакой из других порталов, где предлагаются твои книги, не имел какой-то фортайль перед другими. Не стоит об этом забывать. Итак, второй способ дополнительной монетизации книги – это создание из этой книги аудиокниги. В итоге, например, если мы говорим в рамках Амазона, у тебя будет три продукта. У тебя будет электронная книга, у тебя будет печатная книга и у тебя будет аудиокнига. Далее, следующий способ, третий способ дополнительной монетизации книг на Амазоне – это e-mail маркетинг. E-mail маркетинг. Что это такое? Ты собираешь принцип работы email маркетинга. Ты собираешь email адреса потенциальных так называемых клиентов, потенциальных интересующихся той темой, на которую у тебя написана книга. И дальше ты настраиваешь серию бесплатных писем через автореспондер, так называется система, которая рассылает, делает рассылку автоматически. Настраиваешь серию бесплатных писем, которые помогают человеку вот в конкретной теме, по которой была написана книга, решить дальше некоторые проблемы. Может быть, что-то дополнить материал какой-то из книги. Может быть, его наоборот углубиться еще глубже. В общем, они несут ценный, полезный контент. И время от времени ты через эти, опять же таки, автоматизированные e-mail'ы предлагаешь людям купить что-либо тематически подходящее под тему твоей книги. Например, опять-таки, можно через аффилиатный маркетинг предлагать какой-то курс. Или сделать свой видеокурс. Или еще как-то что-то, услугу. Может быть, если про похудение, какие-то пищевые добавки, или же там какие-то таблетки по похудению. Не знаю, в общем, что-то такое, дополняющее основную тему твоей книги. И плюс ко всему у тебя создается e-mail база адресов людей, которым ты в любой момент всегда можешь написать письмо, и какая-то часть людей, если ты правильно все это делаешь, будет всегда у тебя что-то покупать. И вот это вот как раз одна из тех штук, которую все ищут так, когда волшебная кнопка бабло, когда ты нажимаешь на кнопочку, идет e-mail рассылка и делаются продажи на автопилоте, и ты получаешь деньги по нажатию кнопки. Я, кстати, делал видео тоже на своем канале, как это работает. Если не забуду, прикреплю в описании под этим видео. Это был четвертый, по-моему, способ, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрю, я себе тут выписывал. Следующий, пятый способ – это продажа через книгу непосредственно своих личных продуктов и услуг. В данном случае мы говорим про позиционирование себя как автора в виде эксперта в той или иной теме и нише. И в данном случае, соответственно, у тебя должны быть тогда свои какие-то там курсы, тренинги, услуги. И вот люди, которые будут покупать твою книгу, они будут видеть тебя как автора книги, да, у них будет повышаться твой авторитет в их глазах. Через книгу ты им поможешь, потом там будут в книге твои контактные данные, нужно обязательно в книге делать призыв к действию, то есть если тебе нужна там бесплатная консультация или если ты хочешь там решить проблему XYZ, то вот тебе ссылочка, переходи, там будет тебе, короче, счастье, да, вот по такому принципу. Вот так можно монетизировать таким способом также. То есть создать себе бренд, создать себе статус эксперта в какой-то определенной теме, нише, и продавать через книгу, продавать свои там услуги, тренинги, продукты и так далее и тому подобное. Следующий вид монетизации, он тесно связан с предыдущим видом монетизации. Это использование книги как визитной карточки или как лид-магнита. То есть, что это такое? Например, ты локально, то есть там, где ты живешь, помогаешь там, я не знаю, бизнесам, к примеру, привлекать клиентов, да, чтобы вот у них там было больше клиентов, посетителей там в какой-то магазин, может быть, одежды там или, не знаю, продуктов или еще чего-то. И вот ты помогаешь этим людям локально выигрывать новых клиентов. Ты что можешь сделать? Ты можешь написать на эту тему целую книгу.
Дальше ты будешь приходить, когда, например, будет идти клиентская, как это по-русски забыл, в общем, customer acquisition, не помню, как по-русски, в общем, когда будешь искать новых клиентов, ты можешь приходить к твоим потенциальным клиентам локально, говорить, что вот я Вася Пупкин такой, помогаю вам таким вот, как вы, привлекать новых клиентов. Я ничего не предлагаю. Вот, смотрите, моя книжка, написал, можете посмотреть на Амазоне, у нее классные отзывы. А если книга классная, реально помогает решать эту проблему, то на ней будут классные отзывы. Если вам вдруг станет интересно и захотите вот результатов, кстати, в такой книге обязательно должны быть case studies, то есть реальные примеры ваших успехов в той или иной сфере и области, где сами клиенты, значит, показывают, рассказывают, как было, что стало и благодаря чему, то есть кейсы, короче, да, упаковка кейсов. Не вся книга в кейсах, но как часть, да, должны быть примеры реальные из реальной жизни. И дальше какая-то часть этих людей, этих предпринимателей, бизнесменов, магазинов обратятся к вам за услугами. И вот, пожалуйста, опять же таки, способ монетизации книги. То есть написали классную ценную книгу, используем ее как визитку. Можно отсылать, кстати, бесплатно эти книги, вообще даже не ходить к локальным предпринимателям, а просто бесплатно отсылать как подарок владельцам бизнеса эту книгу, и уже в книге, соответственно, где-то в конце, наверное, ближе или лучше в начале, или вообще в начале и в конце, ставить такое некое продающее письмо, но оно не должно выглядеть как именно письмо, но сам текст должен как бы подводить к тому, что вот если человеку интересна эта тема, если ему надо там результат какой-то решить, там проблему, по которой написана книга, вот он может к вам обратиться, и, соответственно, там дальше будет ему счастье, и вы решите там все его проблемы. Так тоже можно делать. Вот такие. Еще один способ монетизации есть. Бонусный. Это, наверное, уже будет 6-й или 7-й способ. Уже сбился со счета. Создать из книги, которая на Амазоне, также видеокурс. Свой видеокурс. И продавать его также через саму книгу, как пример. Книжке, опять же таки, отдельную главу посвящаем тому, что весь этот материал более углубленно, более компактно, более там, не знаю, в общем, с более большей ценностью упакован в видеокурс, который стоит, к примеру, если книжка стоит там 15 евро, видеокурс стоит, ну, стандартная цена у немцев где-то от 47 до 97 евро. Это такие курсы по низкой цене, где-то колеблется в этом промежутке, и можно вот такой курс, к примеру, видеокурс за 47 евро продавать спокойно через книжку. Конечно, будут покупать не все, но какая-то часть, если, опять-таки, книга классная, какая-то часть купит этот видеокурс, и вот вам, пожалуйста, дополнительный источник дохода через одну книжку. Вот таких, сколько там было, 6-7 способов дополнительной монетизации книг, помимо самого Амазона, можно применять в каждой книжке. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк, поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную, полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно.
вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал, даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так, он говорит, лучше вот так, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. А мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание, с тобой был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!